Всем привет! С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор наших покупочек из каталога номер 7. Ну и вы видите, что здесь огромное количество красивых баночек. Конечно же, это не все нам, но достаточно много мы тоже себе выписали. Сейчас расскажу поподробнее, что же мы взяли. Ну и начну я, конечно же, с самого долгожданного продукта. Это сумочка. Я уже в одном из роликов говорила, что я ее себе приобрету. И я, конечно же, это сделала в первую очередь. Потому что она невероятно красивая. Ну, посмотрите, какое это чудо просто. И вот в руках держать одно удовольствие. Такая мягенькая, уютная. Красивая, у нее такой ремешочек замечательный. То есть сумочка просто супер. Я просто в восторге. Это будет прекрасным подарочком мне как раз сегодня на день рождения. Вот, еще мы взяли для себя вот такой набор. Кстати, очень выгодное предложение в каталоге, когда берешь именно парные вещи, то есть любые две, например, мыло и гель, мыло и лосьон, тогда получается скидка очень выгодная. И это крем для душа, миндаль и лосьон для тела. Крем у нас пока еще запечатанный, а вот лосьончик можно уже попробовать. Сейчас я его нанесу. Ой, как много сразу. Ну, это лосьон. Он жиденький. И будем его тогда переносить на руку. Он легко впитывается. Ах, как жаль. Как жаль, что через камеру невозможно передать ощущение аромата. Потому что это настолько вкусно. Такая прелесть, легко впитывается, достаточно большое количество я нанесла, и вот оно прям моментально впитывается и не оставляет липкости и жирных следов. То есть просто приятный супер-мега-лосьончик, как раз я такие и люблю. Далее себе мы взяли шампунь попробовать, репейник, с репейником против перхоти, опробуем. И также, где еще наш вот наборчик, это мыло клубничка и гель для душа тоже с ароматом клубники. Ну, я клубнику, конечно, очень люблю. Здесь клубника и лайм. Я уже распечатала понюхать. И сейчас я вам скажу, как это вкусно. Как будто живая клубничка, только с грядочки, свеженькая, красивая. И вот такие точечки, это отшелушивающие частички, они прям напоминают вот эти зернышки, которые у нас на клубничке. Такие классные, веселенькие, очень позитивный гель, приятного цвета. Ну, мыло я себе взяла очень много, 4 кусочка, это все нам. Далее, для себя я взяла подводку. Выбрала темно-синюю, потому что на лето это... Ой, немножко еще скользят руки. На лето это актуальный очень цвет, то есть, чтобы подчеркнуть глаза, сделать их еще более яркими и выразительными. И я люблю цветные туши, цветные подводки, яркие тени на лето, потому что они дополняют летний яркий образ и становятся еще более, так, значит, позитивно и радостно на душе. Вот такая у меня будет подводочка. Кстати, слышала такое выражение, если ты умеешь подвести стрелки подводкой жидкой, то ты сможешь все. Так что, девчонки, пробуйте, экспериментируйте. Подводка делает глазки очень красивыми. Также я себе взяла праймер. У меня их два. Один под заказ, один себе. Почему взяла? Потому что столько отзывов чудесных про него слышала, читала в чатах, что просто не удержалась. Его очень долго не было на складе. Я теперь его опробую. Я думаю, что ему мы посвятим отдельное видео, потому что оно должно там коже лица делать просто необыкновенно волшебный. И также праймер шикарно идет как основа под тон. То есть, да, тон будет еще дольше держаться, еще красивее, холеннее выглядит лицо. Так что скоро-скоро будет новое видео. Пока отставляем в сторону. Так, ну и также для себя выписала чайное дерево, но это для дочки. Это гель для умывания. Прекрасно справляется с появлением воспаления на лице, сужает поры, делает кожу чистой, такой бархатной. И такой классный аромат. Мне очень нравится, когда она умывается, и потом приходит говорить «спокойной ночи, мамуль», целует. И от нее такой классный от лица аромат, я просто обожаю его. Даже сама иногда им пользуюсь тоже. Здесь в наборе у нас несколько масел чайного дерева. Одно, естественно, себе и два под заказ.
Я прям несколько слов хочу сказать об этом уникальном продукте, потому что масло, я считаю, оно заменяет практически половину аптеки. То есть такой вот маленький чудесный флакончик, здесь всего 10 мл, но он творит чудеса. Как мы его используем в нашей семье? Ну, то есть все, вот порезались, капнули капельку, моментально заживляет раны, быстро стягивается кожа, останавливается кровь. Ожог тоже. Обожглись, но всякое бывает. Тоже немножечко нанесли, ожог очень быстро спадает и даже не появляются волдыри. Насморк, кашель, если появляется, да, если, я не знаю, вообще прыщик какой-то, то есть если перхоть появляется, его можно в шампунь добавлять, в крем капельку, если там прыщики беспокоят. То есть везде можно, вы можете в интернете посмотреть применение масла чайного дерева. А, еще очень круто, что мне нравится, при зубной боли. То есть, если она беспокоит, то можно на ваточку прям капельку капнуть и приложить к месту, которое беспокоит. Очень быстро проходит зубная боль. Вот такое вот чудесное средство. А еще от укусов разных насекомых. Так, что еще у нас тут интересно? Это детская омега-3. Давно не заказывала, наверное, перерыв был месяца два. До этого брала моя подруга для сыночка Ванечки. И вот буквально перед тем, как я делала заказ, она позвонила, говорит: «Лиля, выписывай, пока мы пили вот этот курс, у меня Ваня, говорит, вообще не болел. А сейчас прошло время, он опять начал болеть, какой-то квелый, хуже кушать. Я, говорит, поняла, что деткам нужно омегу, поэтому, говорит, выписывай». Мы взяли подписку, то есть три омеги нам придут за денежки, четвертая в подарок. Это очень выгодно и экономично. Ну и те, кто любит своих деток, конечно же, обратите внимание на это средство. С ним ваши дети будут более здоровые, веселые и умненькие. Они хорошо развиваются. Здесь у нас это под заказ туалетная водичка, новинка S8, с таким чудесным свежим ароматом. Это заказ клиентки тоже. Также здесь истерия чайного дерева, вот такая уникальная помада-корректор, она двухсторонняя, то есть зелененькая. Сначала мы мажем на воспаление, потом сверху тоном маскируем. Тоже уникальная вещь, утром намазал, вечером прыщика уже нету, и при этом его и не видно. Также здесь две помады. Помады у меня будут в основном все в следующем заказе, потому что я не успела поработать как следует с тестерами помад, с клиентами. И уже очень много помад на следующий заказ. То есть две помады по акции. Именно в этом каталоге уникальное предложение, когда вы берете две помады, любые из разных серий, то есть там несколько страниц с помадами, то на них огромная скидка. Вы можете выбрать одну серию Giordani, например, одну серию Zavan. То есть побалуйте себя клиенту классными помадами. Здесь у нас также корректор. Взяла дочке, потому что выпускной в этом году, и нужно сделать лицо идеальное. Я буду ей сама делать макияж. И вот я готовлюсь, потому что нужно быть с такими маленькими, незаметными помощниками. С ними макияж получается круче. Тушь 5 в одном, в такой эксклюзивной, в эксклюзивном дизайне, зелененьком, очень красивая. Но это наша привычная тушь, просто в другой упаковочке. Это все тоже под заказ, такая вот рукавичка, прекрасно отшелушивает мертвые клеточки. Я, кстати, сама тоже такими пользуюсь, у меня их две. Я одеваю сразу на две руки, наношу скраб или гель, крем для душа и двумя руками себя с удовольствием отмываю, потому что, ну, двумя удобнее. Так что это очень классная вещь. Ну и еще у нас в заказе набор. Это крем для рук и мыло, кружево. Очень красивый дизайн. Я взяла в подарок, потому что, ну, когда даришь вот именно такую эксклюзивную вещичку, мало того, что это очень красиво, это еще нужная вещь всегда дома, в хозяйстве. И мыло, и крем для рук, такие продукты, которые всегда быстро заканчиваются. Тоже взяла подарок сделать приятное своей подруге. Ну и здесь еще под заказ, вы видите, осталось эксклюзивный такой шампунь для волос с ромашкой и авокадо. Тоже шампунь для волос с проблемой с перхотью. Ну, в общем-то, вот так. И еще у нас с вами целая пачка каталогов. Вы скажете, куда тебе столько каталогов? Ну, вот так вот. Люблю я
показывать людям нашу продукцию, люблю ее давать попробовать, давать рекомендации, потому что эта продукция для меня лично дала очень классные результаты. Поэтому я всегда делюсь тем, что мне нравится. И, конечно же, это новые каталоги. Я еще сама не посмотрела, но мне уже обложка нравится, такая летняя, позитивная. И на обратной стороне обложки уже есть маленькое спецпредложение для ног. Это новый дезодорант, тоже с ароматом клубники. Клубника и ревень. Так что будем пробовать новинки. Желаю вам приятных, классных покупочек. Балуйте себя. Выглядите всегда на 100%. Круто, классно. Будьте ухоженными, стильными. Ведь с Oriflame это легко. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.